Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И вот хочу начать это видео. Это последняя неделя апреля у меня. И я хотела сделать один старт. Ну, так случайно получилось. В мою жизнь нечаянно ворвался еще один старт, который я не планировала, который я не собиралась делать, но я его буду делать, так как у меня заказ. Это еще одна свадебная подушечка для колец. Я вот ее начала, я надеюсь, вам видно. Что у меня здесь? Вот я на таком этапе. Это сердечко у меня будет в центре этой подушечки. Это сердечко я взяла из набора от Виктории Сэмплер. Как раз она называется Wedding Sampler. Ну, я взяла только один элемент. Это будет здесь сердечко. А здесь я хочу сделать инициалы по бокам. Инициалы я нашла в интернете, нашла много вариантов, какие делать инициалы, но еще пока мисс не определилась, не решила. Сначала там были инициалы с розочками, с какими-то, ну, буква, там розочка. Ну, потом я сейчас думаю, здесь эти розочки, не будет ли это слишком... Вся в этих жутких розочках, помните, как в этом служебном романе. Чтобы не было все это в жутких розочках, наверное, я обыкновенные сделаю инициалы, да и все. Ну вот, получается, это я шелком, это турецкий шелк, я его как-то заказывала, хотела делать рушничок. Ну так и накрылся медным тазом мой рушничок, так я до него руки не дошли, вечно что-то меня перебивает, что-то другое мне хочется. И вот эти в середине, эти же ниточки, как это называется, кордер, наверное, пришивается. Это DMC Perle 8 номер. Ну вот такой. А сейчас я вам предлагаю посмотреть, как у меня проходила неделя, чем я занималась. И приятного просмотра. Зацвели мои любимые английские розы. Они так пахнут, они такие ароматные, просто фантастика. Вот здесь скоро бутончики. А вот эта миленькая розочка, плетущаяся, она достигает 6 метров. Нарядная такая. И, конечно, английская роза, она намного эффектнее. Намного красивее. Все, лето пришло. Сижу, рыдаю. Я так вам вдохновленно, воодушевленно рассказывала за эту бабочку. И что вы думаете? Я здесь так накосячила. Я вам даже передать не могу. Вот это все голубое, сиреневое, голубое, все это надо было вышивать полукрестом в 4 нити, а я вышивала крестом в 2 нити. Мне теперь это все надо распарывать. Блин, а если я распарю, мне не хватит ниток, что потом делать. Короче, капец, как... Это я сейчас взяла, посмотрела видео одной девочки. Она вышила эту бабочку и рассказывает. И она говорит, вот это голубые такие интересные бленды в 4 нитки. Я думаю, какие 4 нитки? Какие бленды? Какие полукресты? Ну и что? Так мне хотелось. Вот написано вам полукрест. Ира, для кого это написано? О, блин. Ну, пожелайте мне удачи. Не сделать дырку. И так, чтобы мне теперь ниток хватило.
Итак, попытка заскочить в последний вагон. Сегодня 30 апреля, и мой последний апрельский старт. Я вот начинаю, вот на ваших экранах такой кусочек этой Пермина 28-го аккаунта. Сюжетик будет совсем малюсенький. Значит, называется он «Почитай мне, дружок». Я вам вставлю где-нибудь в... И вот я уже подготовилась. Значит, сам сюжетик 12,5 на 12,5 сантиметров будет. Как удобно эта сага. Забиваешь туда пермин 28-го аккаунта, через две нити переплетения. Тебе раз и выдается. 12,5 сантиметров. Пожалуйста, вышивай. Берешь кусочек, отрезал то, что тебе надо. Ну, красота. Просто красота. И я так... Как это сказать, легенднее, я ошиблась, я заказывала нитки. И представляете, я 4 нитки не заказала. Как такое возможно? Я вроде все переписывала, все я записывала, какие мне нитки нужны. И в итоге мне не хватает 4 цветов. Ай, ну, короче говоря, надо докупать 4 цвета. Ну, в любом случае, я стартану. Хотя, можно, наверное, было это все за один вечер вышить. Ну, буду теперь ждать, когда нитки придут, чтобы дошивать. Сейчас начну теми, которые есть. Значит, здесь у нас 17 цветов, если я не ошибаюсь. Ну, на такой малюсенький сюжетик, я так думаю, что это достаточно. Достаточно. И вот такие ниточки перед вами. Вот такие цвета. Так, коричневые цвета, вот такие голубые какие-то, голубые серые. И вот такие розовенькие, ну и черные с белым. Ну вот, буду начинать. Ну, вышью пока, что смогу вышить. Конечно, 4 цвета на такой маленький сюжетик, это достаточно много. И пожелайте мне удачи. Доброе утро, друзья. Доброе воскресное утро. Желаю всем. Мой сад наполняется новыми цветами. Вот такая глициния расцвела. Здесь я поменяла на столе мою композицию. Убрала... Анютины глазки здесь были у меня, и примулы. Вот сейчас корзинки такие будут, колокольчики и герань. Прекрасная теплая погода. Вон вы можете видеть, еще немного пионов осталось, но уже они отцветают. Красивые, конечно, пионы, пахнут они очень сильно, но как-то век их недолог, скажем. А я хочу немножко сейчас повышивать, у меня есть немного времени. Вот, покажу вам мою бабочку, на каком она этапе. Как я уже говорила, распустила я все эти голубые цвета, в которых я ошиблась. Здесь, как вы видите, желто-голубые. Синенькие, голубенькие, вот такие более светлые голубые. Здесь везде вот это все я распарывала. Конечно, печаль это печальная. На 18-м каунте шить тяжело, а распарывать так еще сложнее. Ну вот я сейчас начала перешивать в 4 нитки. Здесь бленд, две нитки одного цвета и две нитки другого цвета, ну, полукрестом, ну, нормально как-то. Вот когда на улице сидишь, все замечательно видно, а через камеру так еще лучше, можно вот так вот преувеличить. Вот здесь я даже кусочек крылышка уже успела вышить черным. Ну, наверное, я сначала вышью все остальное, а черным буду в самом конце просто заполнять, потому что черным по черному, как черный кот в комнате без цвета.
очень тяжело. Ну вот и закончился апрель, закончились мои старты апрельские, и подведем итоги, что же у меня на данный момент есть. Вот это у меня столько вышито, почитай мне, дружок, называется. Уже видно немножко книжку там. Книжку. Ну, так как я уже говорила, там получилось, мне надо было вышивать эту подушечку. Вот я столько всего лишь вышила. Я не тороплюсь, потому что, как я уже говорила, мне не хватает ниток. А там сплошные бленды, и обязательно в этом бленде у меня недостающая нитка. Так что Ирочка мне уже выслала, спасибо тебе огромное. Я жду и буду продолжать. Но сначала надо закончить, конечно, мою эту свадебную подушку. Так, это у меня этот мишка. Сейчас я вам покажу, что у меня с этой бабочкой бедной моей. Я надеюсь, мне хватит. Вот сейчас я откинула, видите, как назад. В прошлом видео я вам показывала уже там чуть ли не половину готового, а теперь видите у меня, где я. Ну, собственно, оно вышивается быстро полукрестом, и это полукрест в то направление, которое мне нравится, это не так, как моей Алисе, за которую я, кстати, и не притрагивалась. Ни Алису я на этой неделе не брала, ни сэмплеры я не брала. Я занималась вот этим. И я занималась мишкой и подушечкой свадебной. Ну и вот, как вы можете видеть, сделала я вот это. Это все синее. Вот все, что вы видите синее, это все переделанное. Здесь осталось только желтое. Но здесь еще вот эти торчат хвостики от, ну, когда распарывала, там некоторые не повыдергивалось, уже оставила так. Думаю, пока потом буду, когда уже шить, по ходу движения повыдергиваю их. Сейчас у нас начались дожди, и я с чистой совестью, так сказать, отложила его покамест. Ну вот, в принципе, все мои новости на этой неделе. Буду продолжать вышивать и делиться с вами. Спасибо большое, что посмотрели. Пишите свои впечатления, комментарии. Давайте общаться. Я жду с нетерпением обратной связи. Мне очень приятно. Напишите хотя бы так. Привет, как дела? Все хорошо. И до следующего видео. Всем пока-пока. Смотрите, как красиво. Я даже не знаю, что это. Такие странные. А вот еще какое красивое дерево.